Ты спасла их, Фрея. Я ничего не сделал. Нет. Это я не сделал. Я сидел и ставил зарубки на стене своей тюрьмы, пока наступал конец света. Ты вернулась к своим людям. Ты выдержала их ненависть. Ты помогла им стать лучше. Фрейр и его воины. Они выжили. Они все преодолели. Но когда богиня Фрея вернулась домой, для них все изменилось не случайно. Ты любишь эти края. Я чувствую. Воздух ею пропитан. Любой почувствует. И эта любовь дает тебе силы. Тебе и твоим людям. Поэтому вы победили. Я... Спасибо. Хотите обновить снаряжение? Тогда вам повезло! Кратос! Биргер. Как самочувствие? Жаль, что я все пропустил. Хотел бы я видеть падение Асгарда. Ты был не в лучшей форме. И вообще, ты и так постарался как следует. Ты заслужил отдых. Да. Пожалуй, такому старому воину, как я, пора отложить меч и найти себе тихое местечко. И ты оставишь своих друзей? Разумеется, я буду по ним скучать. Но скоро тут начнут все отстраивать. И тишины я уже не дождусь. Вообще-то, я знаю кое-кого, кто живет в тихом местечке и будет рад твоему обществу и заботе. Обсудим? С радостью. Тебя искали убийцы. Теперь они мертвы. И я тебя приветствую, Кратос. Сейчас поясню. Твои бывшие братья, путники, объявили тебя еретиком. Они искали тебя, но, увы, сначала нашли Кратоса. Спасибо и простите. Мои поступки не должны были поставить вас под удар. Когда я узнал, что дорога путников всего лишь очередной обман Одина, я надеялся, что мои братья тоже уйдут вслед за мной. Однако, они остались. Теперь ты в безопасности. Ну, на время. Да. И еще раз спасибо.
Там кто-то есть? Да. Уже потеплее, да? Биргер. Привет. Ты пришел? Ну да. Отличное место, чтобы уйти на покой. Может, напишу книгу. Это твой дом. Хочешь, я уйду? Нет. Хорошо, что с ним кто-то есть. Ты останешься? Еще столько надо сделать. Мы подождем. А придет пора отдохнуть. Здесь будет теплый очаг. Спасибо, Биргер. Я бы хотел побыть один. Конечно.
Он еще тут? Да. Но уже не в цепях. Вы его освободили? Пытались, но, как видишь... Даже если он не смог уплыть, отчасти он благодарен вам за ваш поступок. Может быть. Я был пленником Одина. Как и это существо. Как и ты. Полагаю, голову отрубил Кратос? Да. Ты возмущен, что он не смог освободить твое тело? Конечно, нет. Но... Тогда ты можешь представить, что чувствует это существо. Мы оставим тебя. И бога войны уважим, и королеву Валькирий. У меня все есть. Привет, Лунда. Ugh!
Ох, ничего себе! А чего ты ждал? И то верно. Заметили? Дракон вырвался сразу, как ты использовал тот артефакт. Тут есть
Фрейр, он заключил мир. Вроде того. Жаль, что я этого не видел. Уверена, ему тоже было жаль. Простите меня, я бы хотел отдать дань уважения твоему брату, так как привык. Конечно. Идем, Кратос. Thank you.
Что тут случилось? Сурд пожертвовал собой ради Рагнарёка. Может, он все-таки сумел обрести мир? Мне всегда было жаль его и Симару. Она еще жива, если хочешь с ней поговорить. Я заглянул в Нифльхейм. Повсюду в этом мире слышен плач. Она скорбит. И будет скорбить еще очень долго. Это Тюр? Что он делает? Говорит. Как-то тихо. Есть разные способы общения.
Я нашел твоих детей. У меня, наконец-то, полноценная семья. Вы хотите обсудить что-то, кроме всего этого? Есть у меня к тебе один вопрос. Когда ты выпускаешь из себя эмоции, ты больше их не чувствуешь? Скажем, один мой друг хотел бы избавиться от меланхолии и склонности к тоскливым мыслям. Понимаю. Но, боюсь, все не так просто. Спектральные проекции позволяют мне передохнуть от эмоций, но лишь на время. Если я не смогу вернуть их, они начнут, скажем так, гнить. Гнить? Они, по сути, чистые эмоции. А если оставить эмоцию в изоляции, она начнет питаться собой и станет более выраженной. Поэтому мне приходится возвращать их, разбираться со всем, что у них накопилось, а потом выпускать обратно свежими. Наверное, очень непросто за раз впитывать столько разных впечатлений. О, да, очень неприятно. Ужасно, если честно. Никому не советую. Ну что ж, удачи вашему другу, мастер Мимир. Ну что ж, удачи вам. Мастер Кратос, на вас это очень не похоже, но раз вам так нравятся эти колокольчики, звените сколько хотите. Там был каменный дракон. Правда, что ли? Ты убил его? Да. Разумеется. Мимир, я сделал достаточно, чтобы его подготовить. Парень пережил проклятый Рагнарёк. Думаю, он достаточно готов. Выживать он умеет, а любить... Брат? Ангарбода. Они... О, ну, есть некоторые темы, полагаю, которые я могу обсудить с ним более открыто. И сделал все, чтобы ввести его в курс дела. Ты... научил его, как ухаживать. Если откровенно, брат,
Я научил его тому, как я мечтал бы это сделать. Интересно, вернется ли Синдри? Можно ли чувствовать себя здесь как дома после всего, что произошло? Никогда не думал, что буду скучать по их перебранкам. Без них тут и впрямь все не то, верно? Мы присмотрим за домом до его возвращения. У меня есть новые идейки. Подходит. Иди, покрасуйся. Подходит. Шикарно! Иди, покрасуйся. Бою, она будет смотреться лучше. У-ху! Шикарно! Подходит. Иди, покрасуйся. Подходит. У-ху! Шикарно! Иди, покрасуйся. Бою, она будет смотреться лучше.
Собственно. Жестко. Убийственно! Жестко! Что это? Напоминание о путешествии Атрея. Что сделаешь с ними? Добавлю к нашим. Его история наша, а наша его. Ты прав, брат. Thank you.
Камень короля Хрольфа вновь обрел форму. Тогда остается лишь одно. Ah!
Энди! Осторожней, брат! Это Бибрёв! Яльфа! Yeah!